Привет, с вами Getlight, и создание этого ролика — это лучшее, чем я занимался. И он выполнен при максимальной поддержке сайта JustCase, я им очень благодарен, и уверен, что будут благодарны многие стримеры и люди, которых мы будем поддерживать. Ну, вот, собственно, их пророл, которым многие уже знакомы. Хочешь эту тачку? Тогда тебе в автосалон! А у нас ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами, новую систему апгрейда дропа, бесплатные кейсы, и самое главное — достойную окупаемость. JustCase.net. Крутые скины доступны каждому. Мои ссылки в описании, вы получите дополнительные бонусы. Это была идея ребят именно с этого сайта, поэтому оставим их логотипы где-то здесь в ролике и все. Уверен, что просмотр будет приятным, как это было. Поехали. Так, я сейчас спросил у Липтона, сколько он еще будет стримить, чтобы мы успели провернуть свои грязные делишки. После катки, скорее всего, у меня будет... Кейси, я вообще не знаю. Ну, я думаю, мы успеем провернуть все. Ничего себе. Надо начинать засылать, наверное, все, что требуется. Это лайфхак такой, кто не знал, как сделать задержку минимальную. Ладно, там у них, походу, намечается камбэк, поэтому давайте, быстренько. Начнем с имени Тарантул. Тарантул Игорь. 500 рублей поставим. Это очень сложно. Это сложнее вообще, чем я думал. Я просто... Сейчас вы будете перенаправлены на страницу оплаты. Я просто ни разу не донатил никому именно деньгами. Первый донат полетел. Так, сейчас будем смотреть. У них тут реально камбэк, поэтому время у нас уже. Тихо. Это какая-то шутка, ребят. It's a trigger bot inside. What the fuck? People say it's спасибо trigger. Тебе большое, so show me, trigger. Игорь. Come on. Спасибо, Ресо, Игорь. Я не знаю, I'm showing direction with my D. You see, you have to go there. Я реально не знаю, но спасибо вам большое, пацаны, бля. Мне реально очень приятно. Спасибо вам. Я не верю, но такое чувство, что это фейк донаты, знаешь, типа. I pick first, I give you speech one. Okay, my friend? You pick me, come. Okay, he's not picking. Maybe he's picking checkers. No, he's not picking. Реально, what the fuck? Не верю. Wow, what is this? Блин, эмоции переполняют. Это охеренно! Это очень хорошо! Еще хочу! Это реально затягивает! Это прекрасно! Вернуться в магазин! Так, давай еще! В общем, Реса, Тарантул Игорь, спасибо тебе! Тарантул Игорь! Да! Меня не нужно благодарить! Так, отправь, так, давай по новой! Там задержки даже нет у Липтона, кстати. Это же вообще замечательно, веб-мани. Это капец, это так, блин, я в шоке. Я не знал, что это так замечательно. Пацаны, обязательно лайк, я не знаю, распространите этот ролик, потому что я хочу продолжать эту, так сказать, рубрику небольшую, чтобы донатить начинающим стримерам, донатить всем, кто, по моему мнению, этого заслуживает, помогать, то есть, людям. Это, блин, это реально офигенно. Это реально топ. Все пишут, что это Getlight. Ну просто у меня такой ник, как бы, в видосах. Не-не-не-не-не. Все только начинается. Как не нужно тебя благодарить, бро? На самом деле эти эмоции и есть благодарность. Игорь, это круто. Так, слишком много донать не надо, братан. Серьезно, то я себя неловко чувствую. Не-не-не-не-не. Это так бы, это нет. На самом деле вот это... Спасибо тебе еще раз. Это капец, пацаны. Это настолько круто. Это невероятно. Это... У меня эмоций, мне кажется, намного больше даже, чем у Эмили сейчас. И... Это шок. Getlight тебя спалили. Так как меня никто не спалил? Я не знаю, кто такой Getlight. Но я писал в чате. Я специально это сделал, чтобы как бы интригу, знаете, задать. На самом деле я хотел эту рубрику сделать еще когда у Эмиля был день рождения, но у меня не получилось. Это, конечно, не повезло. Но сейчас, мне кажется, будет неплохо. Так, все, вводим код, подтверждаем платеж. Поехали. Игорь! Спасибо вам большое, пацаны, блядь! Короб, гайз! Спасибо вам! Господи! Вы чего, ребята? Я себя неловко чувствую! Боже, пацаны, бля,
Пацаны, спасибо большое, пацаны, бля, я сейчас... Two more, two way. Спасибо вам, боже мой. Ну это топчик, это, блин, охренительно. Сейчас нужно немного, чтобы отошел. Эмили и я немного должны отойти от этого, потому что у меня такое, честно, в первый раз, я... Мне, честно, очень приятно. Спасибо большое каждому, бля, спасибо. Я в восторге от того, что происходит. Я никогда не думал, что так у меня будет когда-то. Это прям... Честно, это шок. Это ш... Ну ладно, шо. Рассекретим себя. Все равно в ролике будет. 3000 рублей сразу закинем. Ладно, да. Это я. Тарантул, спасибо большое. Мне кажется, это гитлайт, ребят. Не может быть такого, чтобы гитлайт, ребят, сейчас не знали никто. А, yes? Мне кажется, не может быть такого. О, май гад! Мой брат в ГСке, мне кажется, он почему один из самых популярных, мне кажется. Ну, не то, что популярный. Ну, типа, много кто знает, да. Ну, чувак, я не могу так. Чувак, я не могу так, реально, я не могу так. Ты уж прости меня, я не могу так, чувак. Я не могу человека обогреть после игры. Ну, я не знаю, как ты воспитан, чувак. Я не умею так, извини. Я не... Если не нравится, ты можешь выйти. Реально, извини, кстати. Извини, ну, тут, типа, неважно. Если сумки кидают, я не могу просто так молчать. У меня все из ушей выходит. Я не могу, у меня все выходит. Так, ладно, давайте отправляем самый главный донат. Ну, типа, реально, Just Case... Они, кстати, сами придумали эту рубрику такую, без открытия кейсов, там, в ролике, без всякой фигни, просто вот они, так сказать, благодаря Just Case'ам я стал инструментом, благодаря которым люди могут получать донаты, там, хорошую поддержку, и я этим доволен. Я очень этим доволен, поэтому, мне кажется, неважно, кто это придумал, поэтому все. Сейчас прилетит. Весело такие суммы кидать. I swear, I have him in my friend list. Ну это большая сумма, это очень большая сумма. You don't believe me? Go check my profile. Go check, I swear, go check my profile. I have Xantares. I have also Ivan. I think Ivan is really good Turkey guy. Будет и ролик, и все что угодно. Конечно, все ссылки оставлю. Честно признаюсь, донатить очень приятно. Такого не ожидал, ни о чем не жалею. Искренне желаю тебе успехов во всем. Чего хотел бы добиться? ГЛХФ. Это офигенно. Гитлайт, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я тебе человеческое спасибо и Just Case'у большое спасибо. И тебе спасибо, что ты устроил это. Мне очень приятно. Ну, давно не было, знаешь, таких вот донатов, что ли. Ну, дело даже не донатов, просто это очень приятно. Спасибо тебе большое, честно. Спасибо тебе, GitLight. Спасибо и Just Case, слушай, спасибо. Слушай. Вот, упомянул. Извини, что я там на Global Screen зашел, я извиняюсь. Да. Это не главное. Спасибо тебе большое, честно. Спасибо тебе, GitLight. И Just Case, спасибо. Я вам сильно признателен, мне очень приятно. Я не знаю, как отблагодарить вас одним словом, но мне очень приятно. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Я не ожидал. Ну, для меня это, не знаю, как-то очень прям сильно так. Я не знаю, что тебе... Я не знаю, что сказать, GitLight. Не знаю, честно. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Я не знаю. Мне хочется тебя раз 500 благодарить, 1000 раз благодарить. Спасибо тебе большое. Я тоже искренне желаю тебе всего хорошего. И искренне всегда желал тебе всего лучшего. И даже когда вот только ты начинал там... Ну, точнее, даже только тогда, когда я тебя узнал, я искренне тебе желал и искренне о тебе хорошо отзывался. И я рад, что я знаком с тобой, вот, и есть такой друг GitLight, вот, спасибо тебе большое, спасибо тебе, мне очень приятно, честно, я искренне тебе благодарен, искренне, спасибо тебе большое, спасибо, приятно, офигенно, спасибо. Блин, я не знаю, не то что... Ты уж сори, GitLight, я... Так много благодарности, но типа... Не знаю, мне просто родители спят, особо, знаешь, я не имею на самом деле особо, знаешь, на такие большие донаты реагировать, я тоже, кстати. Не знаю почему, но я думаю, ты тоже... Меня понимаешь, ты же там сам стример. Но на самом деле, GitLight, я... Ты как его? Ты же тоже стример, я понимаю. Тяжело стримерам зарабатывать. Поэтому я, ну, немножко неловко от тебя такие деньги получать. Да ладно, ты чё, ну, это прям, спасибо. Типа... Restless. Вот, Restless. Ребят, блин, офигенно, Restless сейчас, конечно... Немного помог сыграем, тебе, так сказать, ПР не пресли. Спасибо большое, хорошо было, хорошо сыграем с тобой, сыграем. Спасибо все, большое, офигенно. Ребят, я всем благодарен. Я в восторге.
Эмоции, да, эмоции переполняют. Хорошо, спасибо, Гелайт, спасибо, бля. Спасибо каждому, ребят, спасибо вам, спасибо. Я вам всем признательны, пацаны, всем. Я вам всем желаю всего наилучшего. Даже если мне зла желаете, я вам желаю всего наилучшего. Я всегда верил в искренность Эмиля, поэтому, пацаны. Я не знаю, как вас поблагодарить одним словом, одним, не знаю. Сиди в кресле, как вас поблагодарить. Я не знаю, пацаны, я не знаю. Спасибо вам. Спасибо вам. Блин. Спасибо вам каждому за поддержку. Я не знаю, Гитлайт, честно, ребят. Честно, я не знаю, как его поддержать, ребят. Вот Гитлайт, ребята. Кто его не знает, Гитлайт, он... Я не знаю, что сказать. Гитлайт. Много приятнее скидывать, чем получать. Я никогда не думал, что... Гитлайт, я думал, что ты, братан. Ты донатишь. Но я понял, что это другой человек. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, как я сейчас буду играть, конечно, но... Да прям. Я сильно благодарен. И еще, ребят, все ставьте лайки Гитлайтом на ролик, ребят. Искренне прошу, ребят, чтобы все ставили лайки Гитлайту, ребят. И подписку на канал обязательно оформите. И Just Case, ребят, тоже. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо вам всем. Вот. Может, ребят, может хоть, так, хоть как-то, если ставишь что-то, да, может люди тебе лайк поставят. Я не знаю, тебе так лайк поставят, конечно, но... Все же, может, немножко натолкнул. Офигенно, блин. С кем играю? Я в шоке, честно. Это лучшее, чем я занимался со времен создания канала. Это... Да, Максим, спасибо тебе большое еще раз. Стресса, спасибо тебе тоже, пацаны. Я запущу твой аккаунт, как сразу же. В общем, пацаны, я понимаю, что относительно Алерма, к примеру, сумма небольшая, и если вы хотите также поддержать стримера, в том числе и начинающих, то просто поставьте лайк, пишите комменты, чтобы видео как-то продвигалось, и тогда, если ролик зайдет вам, то в следующем видео таком же бюджет будет уже 10 тысяч рублей. Поэтому все зависит от вас, будем также искать хорошие начинающие каналы, других хороших стримеров, и также их поддерживать как можно больше и чаще. А с вами был Гитлайт. До скорых встреч. Я не похожа на...